С каждым шагом пейзаж меняется. Корейская архитектура соединяет природу и человека, организует и дополняет красоту мира. Сеул – город, где сходятся прошлое и будущее. И центром города всегда был дворец. Дворец был вершиной архитектуры своего времени. Только лучшие мастера и зодчие имели честь участвовать в его строительстве. Из всех дворцов династии Чосон лучше всего сохранился Чандоккун. Он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 году. Особой любовью пользуется задний двор, также известный как секретный сад. Его пруд с лотосами, павильоны, деревья и цветы создают идиллический пейзаж. Дворец Чандоккун расположен в холмистой местности. Все постройки и сады задуманы с учетом топографии. Чандоккун – это самостоятельно. 이 자연스러운 지형이 일단 뒤에서 흘러나오는 능선에다가 이 지형의 그 질서에 모든 건축물을 맞췄어요. 그래서 얼핏 보면 굉장히 불규칙한 것 같지만 사실은 실제적으로는 이제 자연과 가장 잘 어울리는 그 배치가 돼 있고 굉장히 또 이렇게 드라마틱한 공간들이 전개되기 때문에. Еще одна особенность дворца Чандоккун в его преднамеренном отклонении от симметрии. Придется совершить множество поворотов, прежде чем попадешь от главных ворот Тонхвамун в тронный зал Инджонджон. Это касается и прилегающих зданий. Когда две двери смотрят друг на друга, тропа между ними избегает симметрии. А когда тропы прямые, смещены сами двери. Осевые линии несимметричны, и людям предоставлена свобода перемещения. Это отклонение создает динамичное и почти ритмичное пространство. Дворец Кёнбоккун. Большой и элегантный. Главный дворец династии Чосон. Для создания атмосферы величия и власти все здания дворца расположены вдоль одной оси. Но есть исключение. Императорский тронный зал Кынджонджон не согласуется с горной вершиной. Даже в главном дворце Кёнбоккуне проявляется спокойный ритм, который рождается из несоответствия граней. 한국 건축은 중국 건축이나 일본 건축에 비해서 또 다른 하나의 특징을 가지고 있습니다. 그게 바로 뭐냐면은 건물과 주변 자연과의 관계, 또 건물 자체 내에 건물들 사이의 공간 이러한 것들을 보게 되면 굉장히 율동적입니다. 왜 그러냐 하면은 이 건물들이 한 중심 축선상에 일률적으로 배치를 돼 있지 않습니다. 뒤에 백악 봉우리를 경복궁 건물 중심축에 두지를 않습니다. 옆으로 비켜 있죠. 그렇게 함부로 해가지고 주변 자연과 건물이 상당히 뭔가 이렇게 율동하는 듯한 그런 느낌을 갖게 합니다. 지단이야 дворца Кёнбоккун расположены системно по уровням. Для корейской архитектуры уникальны пространственно-ритмические качества, когда здания элегантно вписываются в окружающий ландшафт. Запретный город в Китае подавляет своими масштабами. Основные залы расположены вдоль оси север-юг, а остальные постройки идут по обе стороны от оси, строго симметрично. Японский замок Нидзё имеет защитный ров по периметру. В целом ландшафт воссоздает простую красоту, заимствованную у природы. По сравнению с китайским и японским дворцами, корейский дворец уделяет куда большее внимание природе, уважая ее порядок.
Корейская усыпальница Чонмё похожа на остров посреди леса. Чонмё — это королевское святилище, храм предков, где покоятся короли и королевы династии Чосон. Здесь проходят ритуалы поминовения предков. Кажется, что зал Чонджон бесконечный. Повторяющиеся колонны привносят в атмосферу этого места святость. Мемориальная церемония и музыка сохранялись в первозданном виде на протяжении 500 лет и признаны всемирным наследием ЮНЕСКО. Чонмё — это пристанище мертвых. Здесь нет особого орнамента и украшений, лишь длинный ряд колонн, выкрашенных в красный цвет. Дорезные лестницы в виде облаков и радуги как символ восхождения в царство богов. Больше ничего. Как только вы ступаете через главные ворота, перед вами является тропа, обрамленная пышными деревьями. Это Одо. По ней пролегал путь королей, шедших отдать дань уважения предкам. Дорожки Чонмё непрямые. Они петляют, исчезают, затем появляются вновь, будто они живут сами по себе. Даже Чонмё, которое считается царством богов, не исключение для дизайнерской философии традиционной королевской архитектуры. Перед залом Чонджон лежат плоские камни. Главный зал похож на стеганый ковер, привносящий узоры в пространство пустоты. Будто зал и пуст, и наполнен одновременно. Зал вечного покоя Йон-Йон-Джон расположен к западу от главного зала. Он меньше по размеру и скромнее в деталях. Главный зал невозможно окинуть одним взглядом. А зал Йон-Йон-Джон кажется куда человечней и уютней. Оба зала дополняют друг друга. На их контрасте построена гармония Чонмё. Усыпальница — это место, наполненное символами и аллюзиями жизни и смерти. Дорога к храму. Извилистые тропинки ведут к мосту Сынсонгё, с которого взлетают небесные помощницы. Следующая остановка – Сонамса, тысячелетний храм. Это прекрасный пример традиционной храмовой архитектуры. Сонамса не выглядит огромным или помпезным. В некоторых уголках уютно, словно в маленьком деревенском домике. Другие части кажутся пещерами отшельников, спрятанными в горах. Вместе они создают сложную, глубокую по смыслу архитектуру. На заднем дворе есть фонтан, который питает подземный источник. Сад и окружающий ландшафт – неотъемлемые части храмовой архитектуры. Они, естественно, дополняют картину. Пёнсан-Совон спрятана у подножья горы Хвасан. Совон – это школа периода Чосон для обучения конфуцианству. Здания расположены вдали от населенных пунктов, но в Пёнсан-Совон приходит много почитателей. С павильона Мандеру, возвышающегося над окрестностями, легко понять, почему река Нактонган и горные скалы слились в гармонии благодаря человеческим стараниям. В отличие от живописных пейзажей, окружающих их, здания Совона целомудренны и скромны. Во дворе растет миртовое дерево, символизирующее собой добродетельного ученого-конфуцианца, чья жизнь созвучна с его убеждениями. Архитектура Совона воплощает в себе философию конфуцианских ученых. Исторической меккой корейского конфуцианства можно считать
또 산소본. Отправной точкой известной конфуцианской академии То Сан Со Вон стала школа То Сан Со Дан. Уважаемый конфуцианский ученый Ли Хван сам спроектировал и построил ее. Ли Хван говорил, что для добродетельного человека нужно лишь три комнаты. Комната для занятий, спальня и кухня. Несмотря на скромные размеры, эта постройка широко известна в истории корейской архитектуры. Она демонстрирует убеждение, что человек лишь часть природы, а архитектура – отправная точка для пересечения человека и природы. Ветер в бамбуковом лесу – наслаждение для слуха. Так пели ученые, вдохновленные поэзией этого места. Название «Со Свэ Вон» означает «сад, наполненный пением хрустальной воды». Сад задуман как место для отдохновения. Здесь, в окружении тишины и спокойствия природы, ученый мог медитировать и учиться. Если в гости к нему приходили друзья, они праздновали это радостное событие в особом месте. Посетители проходили через бамбуковый лес и следовали вдоль ручья к пагоде, стоящей на скалах, чтобы почувствовать единение с природой. Здесь они пили вино и читали стихи в окружении красивого пейзажа и друзей. Пагода выражает стремление корейского народа быть единым целым с природой. Искусно расположенные пагоды идеально дополняют пейзаж. Корейцы любят наслаждаться дарами природы в хорошей компании. История деревни Яндон насчитывает более 550 лет. Яндон은 안쪽에 여성의 공간, 남쪽에 앞쪽에 이제 남성들의 이 사랑채 공간을 둔 것은 물론이고 그러한 일반적인 원칙만 반영한 것이 아니라 이 집을 지은 그 목수의 독창적인 생각들도 잘 반영이 되어 있습니다. Особенность этого дома в том, что все его дворы соединяются. Пройдя по узкой дорожке, можно попасть в просторную кухню и следующий двор. Дворы – это элементы пустого пространства. Они создают баланс дома и в то же время объединяют разные его части. Дворы бывают разные формы и размеров, но все они соединяют собой отдельные здания. Дизайн традиционного корейского дома ханок выработан конфуцианским учением. Жилые помещения для мужчин и женщин разделены. У этого старого дома мужская часть, сарангче, закрыта стеной, чтобы женщины не могли не стесняться в передвижении.
Все здания стоят отдельно, но важно, чтобы и здания, и люди, и природа были единым целым. Чагён – один из способов достижения этого. Окна в стенах расположены так, чтобы пейзаж был виден из дома во всей своей красоте. Находясь в комнате, вы все же связаны с природой. Вместо того, чтобы озеленять и украшать жилище растениями, архитекторы привносят в дом саму природу. Садом для дома становится окружающий пейзаж. Главная гостиная полностью открыта спереди, но окна ее выходят на задний двор. В этих вендинтированных окнах используется понятие слоев. Дом состоит из отдельных зданий и пространств, которые неразрывно связаны. Объединяясь, они создают уникальные виды. В дверях есть двери, и в окнах есть окна. Двери и окна выступают как обрамление для меняющегося пейзажа. Это словно пейзажи, изменяющиеся в зависимости от сезона. Еще одно преимущество дома Ханок в том, что он экологичен. Бумага, камни, глина, дерево – строительные материалы природы. В частности, в различных формах используется древесина. И поэтому Ханок часто называют произведением деревянного искусства. Традиционный метод строительства основан на слаженной совместной работе. Это сложная научная работа, требующая минимум материала. Не только древесина, но и все остальные материалы заимствуются из природы. Стены сооружаются из собранных неподалеку камней, зацементированных смесью глины и соломы с водой. Стены могут показаться слабыми, но они очень устойчивы и простоят дольше бетонных конструкций. Камни же можно использовать снова и снова, что экономично и экологично. Эти натуральные строительные материалы создают здоровое пространство для жизни. Ондоль является прекрасным примером экологичного и рационального дизайна. Тепло огня одновременно используется и для приготовления пищи, и для подогрева пола. В традиционном доме есть пол из деревянных досок для жаркой погоды и каменный пол с подогревом для холодной погоды. Это сложнейшая, но чрезвычайно эффективная система. Скромный ханок – кульминация научных достижений, а крыша – кульминация дома ханок. Изящная линия крыши напоминает распростертые крылья журавля. Широкий карниз предотвращает попадание в дом дождя и защищает древесину от гниения. Высота карниза разработана в соответствии с движением солнца. Летом, когда солнце высоко, карниз держит комнаты в тени. А зимой солнечный свет проникает в помещение и дает тепло и свет. Крыша и карниз традиционного дома ханок являют собой изысканное воплощение встречи пространства и неба. Они словно последний штрих в строении корейского жилища.
В 20 веке после японской оккупации, Корейской войны и индустриализации подобные традиции корейской архитектуры начали исчезать. Однако иногда встречаются попытки современной интерпретации традиционной архитектуры. Музей мучеников Чольдусан расположен в естественной среде без вмешательства в горный ландшафт. Дизайн этого здания использует философию слияния с природой и эстетическую красоту традиционной корейской архитектуры. Здание французского посольства в Корее может похвастаться красотой сочетания традиций и современности. Тонкая и изысканная линия крыши напоминает крышу и карниз традиционного корейского дома. Старое здание из темного кирпича и новое здание из стекла дополняют друг друга так же, как прошлое и настоящее сосуществуют в гармонии. Роберт Фаузер – американский профессор, живущий в Корее. Его любовь к традиционному корейскому дому выражается в проведении различных кампаний по сохранению домов ханок. Сейчас он строит свой собственный ханок неподалеку от дворца Кёнбоккун. And another wonderful thing about a hanok is this wonderful roof. And the roof is these round beams. These are called sokkare, and they are visible on the inside in much of the house. And then there's another roof coming out. And then between the wood part of the roof and the roof tiles that you can see on the top of the roof, between that is a layer of dirt. Okay. And that is, when you think about a hanok, this layer of dirt between the wood part and the tiles is a very important part of a hanok because the layer of dirt helps insulate the house, it keeps it warm in the winter, and it keeps it cool in the summer. So this is a really wonderful, this part of a hanok is very, very, very nice. Ханок, в котором он живет, обустроен для современной жизни. Но все же интерьер обладает всеми качествами традиционного дома. Дом, в котором есть место дереву, ветру и солнцу. Эти дома возвращаются к нам. Современная история сполна отыгралась на традиционной корейской архитектуре. Но лишь традиционная корейская архитектура знает, как быть в гармонии с окружающим миром. И она расцветает вновь, переосмысливая себя и свое место в новом веке и новой жизни.